Слушайте, что, реально здесь можно так ходить и ловить рыбу? Давайте рыбку мне. А мне можно будет взять рыбку? Ух ты, рыбка. Кидайте. Убежала. Убежала? А сейчас она, наверное, снова поймает. Давай. Это не надо. Отлично. О! Ой, можно ее снять? Вот, рыбку только что поймали. Только что поймали рыбку. Я пошла ловить рыбу, ребят. Майку занимай, майку. Что, а майку снять? Грязь будет. Я купальник не взяла. И теперь как рыбу ловить? Рыбу вон туда засунуть. Куда надо? Вот так. Да, вот так. Так, я прохожу мастер-класс по ловлению рыбы. Вот так в руке? Да, вот так. Харайн, люха йог, не кисят леки. Балуа, кумай леки. Потихоньку руками, потихоньку. Потихоньку? А когда вы поймаете, вы меня дадите? А я же сейчас ее пугаю, когда ногами хожу. Не, он сейчас. Бите уже верен, коллега. Один, кот маленький. Давно и руками рыбу не ловлю. О, вот в этих зарослях, да, получается? Не каждый день, но... На неделе. Давайте, надо хотя бы одну рыбку поймать. Оттуда бросай одну рыбку. Она в мелких будет местах или в глубоких лучше? Я ловлю рыбу. Ладно, мне сейчас ее принесут, эту рыбку. У меня, похоже, дело не получается. Дашь руку? Ага, благодарю тебя. Да, я досниму. Нашел? Мне нашли рыбку, подожди. Иди сюда. Вот сюда можешь, я там не пройду просто. Мне нашли рыбку. Так, главное ее не выпустить. Подожди. Так, подожди. Главное не выпустить. Ага. О, моя рыбка! Ура! Моя рыбка! Правда, она маленькая, но ничего. Ура! Пусть у меня не получается, но лето впереди. Глядишь, научусь. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. И совершайте какие-нибудь неординарные поступки. Всем пока-пока!